Всем доброе утречко еще раз. И вот подошел наш марафон к концу. Я вас поздравляю, что вы были со мной, участвовали, молодцы. Объявляю, что марафон «Большая чистка» окончен. Спасибо огромное всем за участие. Это мой первый, так скажем, марафон. Я даже... честно, не ожидала, что будет у нас 46 участников, пусть даже кто-то присоединился уже в середине марафона. Можно, конечно же, посмотреть повыше, в закрепе, прям вся начинается информация. Так что я очень рада. И, так скажем, особую благодарность я объявляю тем участникам, которые активно участвовали, да, в марафоне. Вообще, марафон «Большая чистка», я скажу, это основа детокса. Мы с вами заложили, так скажем, фундамент полезных привычек. Мы узнали, как наладить пищеварение. Также вы узнали правила, да, с которыми я поделилась, основными правилами по очищению. Да. Также у нас кто-то приобрел комплексы по очищению. Это детокс-программа от компании Siberian Wellness. Это истоки чистоты зеленые, да, истоки чистоты Triple Sep в синей упаковке. И самый новый источник, вернее, истоки чистоты, самые новые, это Detox Proactive. Это уже сверхразработка в компании считается. Вообще, детокс-программы, это идут на межклеточном, внутриклеточном и... антиоксидантная защита. Вот эти вот именно основные комплексы по детокс, очищению организма. Плюс еще мы с вами разобрали питьевой режим, именно рацион питания, почему нужно клетчатку вводить, и также сон, как влияет на наш организм, потому что в процессе сна у нас проходит большинство процессов очищения. Также поговорили о микрофлоре кишечника и о тех системах, которые участвуют в очищении в нашем организме. Это, конечно, почки, печень и легкие. Потому что, как правило, мы большинство их, наоборот, усугубляем процесс своими привычками вредными, которые, так скажем, еще большей нагрузкой эти работают органы. И вот мы на марафоне узнали, как помочь нашим, да, органам, чтобы легче прошел этот процесс очищения. Ну и на седьмой день, это вообще, так скажем, бьюти у нас был день, потому что важно не только внутреннее очищение, но и внешнее. Мы поговорили про такие, да, как бы очищения именно кожи. Я вам тоже рассказала, лайфхаки поделилась. Так что... считаю, что вот этот марафон «Большая чистка» — это просто кладезь полезной информации по очищению организма. Я очень рада, что у меня круто так прошел. Для меня это прям бальзам на душу. Мне очень понравился, как у нас этот марафон прошел. Что сейчас хочу? И сейчас вот в прямом эфире, как я обещала, все участники марафона, кто был активным, они получают призы. Вот у меня сейчас 3 номинации. Это было задание присылать в чат завтраки ваши. Вот как раз будет у нас розыгрыш по завтракам. Также будет розыгрыш самому активному участнику марафона. Я выбрала 3 самых активных участника, и среди вас тоже разыграю розыгрыш подарков, проведу. Ну и третий – это за ваши отзывы. У нас 7 человек, которые написали отзывы участники, так что вам набор шикарный. Это комплекс витаминов и минералов и омега-3 кислот. Сейчас все по порядочку вам покажу. Итак, сейчас я включаю демонстрацию экрана. Так, транслировать экран. И первый у нас будет розыгрыш. Так, сейчас я вниз. Вот-вот-вот. Это отзывы. Вот, угу. Так, вот за фото завтраков у нас 3 номерка. Иду сейчас в приложение случайных чисел. Число. 3 участника. Я для вас приготовила подарок. Это крем для век. Итак, поехали. Под номером 3.
Сейчас посмотрим сразу, кто это у нас участник под номером 3. Екатерина, я поздравляю с выигрышем. И также за активное участие в марафоне 3 участника выбрала среди вас. Я выберу подарочек, вернее, участник получает подарок витамины с кальцием. Тоже сейчас проведу методом случайного числа. Так, это я все. Так, участника у нас. Так, все, поехали. Под номером 2. Так, кто у нас под номером 2? Ирина, я поздравляю вас с выигрышем витамины с кальцием. Ну и последние у нас участники. 7 номерков. Будут витамины for wellness, витамины, минералы и омега-3 кислоты. Давайте сейчас тоже. Все, 7 участников. Итак, поехали. Под номером 3. Это у нас Галина. Я поздравляю. Ребятки, я поздравляю вас с выигрышем. Надеюсь, вам подарочки понравятся. Обязательно, кто получит подарок, присылайте в чат сюда, в марафон, в чат марафона свои подарочки. Сейчас вам, так скажу, объявлю анонс. У нас потому что следующий марафон стартует уже 1 июня. Это марафон будет постепенно, вот так вот у нас идут. Это марафон будет на выход, антипаразитарная программа, именно антипаразитарный марафон. С 1 июня у нас 5 дней, значит, 6 буду проводить розыгрыш подарка. Тоже буду ждать у вас. А следующие марафоны будут бьюти и по иммунитету. Хотела еще провести и марафон именно детского. Грандиозные планы, конечно, у меня. Надеюсь, за вашу помощь, поддержку. Все марафоны будут проходить в этом чате. И хотела еще две таких новости, так скажем. Приглашаю всех участников марафона в мой чат персональных консультаций. Здесь тоже в Телеграме. Я ниже отправлю вам ссылочки. Присоединяйтесь, где я делюсь, так скажем, вообще с вами, именно с участником там моего чата. О продукции самой компании Siberian Wellness, отзывами уже действующих клиентов, своими личными отзывами. Ну и, конечно же, провожу различные розыгрыши, также подарков, ну и делюсь полезной информацией касаемо здоровья и красоты. Так что приглашайте своих друзей, знакомых, делитесь полезной тоже информацией. Не будьте жадинами, как говорится, да? Ссылочку я отправлю на чат именно персональных консультаций ниже. И также хотела вам сказать второй момент, что если хотите стать клиентом компании Siberian Wellness, вы можете мне также написать в личном сообщении или здесь в чате, что хотели бы стать клиентом компании. И я вам с вами свяжусь и пообщаемся. Оформим вам бонусную карту. Она, кстати, оформляется совершенно бесплатно. Все, спасибо вам огромное, что вы были эти 7 дней коротких со мной. Мне очень было приятно. Желаю вам отличного дня. Сейчас запись все скину. Ну и до встречи 1 июня. Всем пока. Обнимаю, целую. Пока. Сейчас в личку всем напишу подарочки.